Сейчас скачусь я в санках по горе крутой, но это санки не простые, а настоящий профессиональный тюбинг. Соответствует всем необходимым нормам, требованиям и правилам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и детям, и взрослым, и чтобы получить огромное удовольствие от катания. Ну что, поехали? Поехали. 23 метра зимнего развлечения. Заряд позитива на весь день, но только ли удовольствие главное? Пожалуй, важнее все же безопасность. С недавнего времени тюбинговые горки стали зимним аттракционом. Разрешение на прокат выдает Ростехнадзор. Эксплуатирующие организации строго следят за соблюдением правил и требований техники безопасности. В противном случае ответственность на их плечах. Горка, которая с этого года является аттракционом, естественно, требует определенных правил, определенных условий, требований для того, чтобы времяпрепровождение на этом аттракционе было безопасным для всех посетителей этого аттракциона. Поэтому на аттракцион не разрешается приходить со своими тюбингами, со своими ледянками. Да, необходимо соблюдать правила, что дети там только после 7 лет, и дети в сопровождении родителей могут пользоваться этим аттракционом. Почему используются наши тюбинги? Потому что в их скольжении мы уверены. Мы знаем примерный коэффициент, мы можем прогнозировать скорость скольжения и тем самым обеспечить безопасность катания. А на личных тюбингах мы быть в этом уверены не можем. Потому что существуют и пластиковые тюбинги, да, и различные конструкции, которые очень опасны для данного аттракциона, который является одной из самых высоких горок в Подмосковье. Эти тюбинги в простонародье ватрушки. Они строго соответствуют конструкции горки. Ежедневно их проверяют и проводят пробные катания, чтобы избежать несчастных случаев. Так что со своим инвентарем кататься на таком аттракционе довольно рискованно. И за безопасный прокат придется отвечать самостоятельно. Если скольжение будет слишком сильное, может произойти вылет за ограждение, может быть столкновение на горке, может быть удар в борт и различные травмы получить человек. На запуске и спуске по инструктору. Напоминают правила пользования и тоже контролируют безопасность. На горку допускаются дети от 7 лет до 12 в сопровождении взрослых. За время новогодних праздников аттракцион стал очень популярным. Раздолье посещало более 2000 человек ежедневно. Руководство парка приготовило посетителям еще один новогодний сюрприз. По будним дням у нас будут бесплатные дни по прокату коньков и по прокату тюбингов. Специально для льготных категорий граждан, для членов общественных организаций нашего округа. Так что мы всех приглашаем в парк, всех ждем, всем будем очень рады. Акция будет ежемесячной. Каждый первый вторник месяца бесплатные коньки, каждый последний бесплатный тюбинг. В планах сделать тюбинг бесплатным еще и выходные. В общем, зима в раздолье обещает быть веселой, а меры безопасности исключительно для нашего блага. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».